Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Анну. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анны, под ногами. Тренер сканирует все 7 тонких тел Анны, находит все. Но у нее дракона красного выкинула в клетку сразу. Арахноид. Причина головных болей. Джин. Инкуб. Дальше. Все. Итак, у нас красный дракон. Считай цифры над головой. 32-48. Как долго находился в биополе Анны, дракон? 5 лет. На что зашел? Покажи ситуацию. На практике. Почему ты мешаешь человеку развиваться духовно, дракон? Какое ты имеешь моральное вообще право? Ты установил ей плату в 3-м глазе. Вот это не плата, он больше как пожар показывает внутри. Пожар внутри. Как этот пожар, каким чувством оно описывается? Объясни. Это гнев, это что? Паника? Нет, это больше подходит к выходу в астрал. Он присутствует всегда там. Кто в медитациях он? В ее дракон. Дракон присутствует всегда в ее медитациях. Ну, дракон, я не знаю, ты реально сегодня перегнул все палки. Он практикует вместе с ней. Ты же ей показывал живые картинки. Ты же ей транслировал то, что ты сам видел, а не то, что она должна была видеть. Какая это практика? Че, меня за идиота считаешь, дракон? Он говорит, я успокаивала ее мозг. Хорошо, сейчас я успокою твой мозг. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Не надо, не хочет он. Больно им. Убираю печать дракона. Следующее воздействие на тебя будет энергия Аргу. От тебя останется горстка пепла, если ты еще раз посмеешь здесь мне рассказывать такие истории, что ты кому-то что-то помогал. Ты вор. Банальный вор. Ты не давал человеку развиваться. Ты ему все медитации смешивал. Ты показывал лживые картинки. Для тебя это может быть эксперимент. Для нее это была потеря времени. Кроме того, ты тормозил ее развитие. Я намерен тебя сегодня сдать в межгалактическую полицию, чтобы ты был в курсе своей судьбы. И там коллеги проверят, что ты уже сделал, где ты еще игрался, где ты еще экспериментировал. Все посмотрят и потом решат, что с тобой делать. Все тебе понятно, дракон? Он тебя услышал. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. Откуда пришел? С квартиры? С портала? Откуда? Там, где она жила 3 года назад. Понятно. Подцепила его и с тех пор. За что ты был ответственен? Какие боли ты доставлял ей? Где твои иголки торчат? Голова? Шея? Шея. Под волосами. Под волосами. Значит, это была твоя работа. Понятно. Шея, плечи. Джин. Считай цифры у джина над головой. 34-44. Вот как. 34-44. Сколько ты находился в этом биополе, Джин? 8 месяцев. Сначала я дам команду на реверс энергии и буду дальше общаться с вами. Я даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкую ах, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, инкуб, сколько ты находился в биополе? 5 месяцев. Он 5. Маленький какой-то. Как не молодой вырос? Очень. Понятно. Маленький да удаленький. Он понимает, куда он попал? Нет, он не особо понимает. Он попал на чистку. Он должен коммуницировать и исполнять наши команды. Если он не будет это делать, у него очень мало шансов уйти назад на свою чистоту. Теперь ему понятно? Если он все сделает, я отпущу его на его чистоту. Хорошо, Джин. С какой вещью ты попал 8 месяцев назад, Канье? Он почему-то танцы показывает. Музыка, танцы. Такие, как восточные. Восточные танцы. Из какой вещи ты попал? Что это было? Платье, украшение, что это было? Настроение. Настроение. Интересно.
настроение. Хорошо, 5-8 месяцев ты сидел. Какую дискомфорт ты ей доставлял? Какие мысли ты ей транслировал? Рассказывай все, если хочешь уйти. Деньги. И зарабатывать нужно. Мой интерес – это деньги. Джин, я знаю, как ты зарабатываешь деньги. Например, если у человека что-то не получается, он 10 дней, 10 дел начинает, и у него ничего не получается, то эти все деньги ты заработал. Итак, рассказывай. Нет, с ней не так. Рассказывай, как с ней было. К чему ты ее побуждал? Какое беспокойство ты ей доставлял? Джин, если хочешь уйти со своим головным убором, со своей чалмой, и со своими магическими кольцами и серьгами, и магическими предметами, на свою чистоту, то лучше коммуницируй. Но он показывает вот эти танцы постоянно, он руками делает, как будто восточные. Ну? Возле лица. И то есть он ее играючи заставлял простраивать бизнес какой-то, чтобы зарабатывать деньги. Подбадривал ее. А дело это вообще выгодное, которому ты подбадривал ее? Не для тебя, а для нее это выгодное было дело. Она сама средства зарабатывала? Или только ты зарабатывал все? Суеты много доставляет. Ты не ответил на мой вопрос. Но вот этот план, который он ей продюсировал, да. Он составляет много суеты. Энергозатратное дело, да? Для нее. Энергозатратное дело, но получит выигрыш он. Но он получит выигрыш. Она будет суетиться, а он будет получать энергию денежную. Хорошо. Ну, Джин, меня такой вариант не устраивает. Анну тоже. И как мы с тобой сегодня будем разрешать этот вопрос? Мне легче тебя засунуть в твой сосуд и отправить в ледовитый океан на дно. За то, что ты столько дискомфорта сделал человеку. Полежишь там пару миллионов лет. Что тебе? Мне бесчинство, ничего такого я не сделал. Ты ей подсунул дело пустое. Она тратила энергию, она не зарабатывает. Ничего нас этого не имеет, кроме затраты энергии. И ты хочешь из этого выйти сухим? А, Джин? Я ничего не сделал. Все еще можно остановить. Я у тебя заберу все твои золотые монеты, которые ты насобирал на ней. Вот как ты мне сейчас скажешь? И кувшин с золотыми монетами Джина уходит в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Джина может каждый обидеться. Ой, я это каждый раз уже слушаю. Джина может каждый верни обидеть. Верни мои денежки. Ничего я тебе не верну, потому что я не вижу в тебе никакого сожаления за то, что ты сделал. Оно у тебя там не может быть априори, но я не вижу этого. Ты еще гордишься своими поступками, что ты человека столько месяцев водил за нос. Она теряла энергию, она ничего не заработала, а ты тут стоишь лжец и пытаешься мне какую-то бред нести. Нет, Джин, сегодня будет серьезный у нас с тобой разговор. Кто из вас присутствует в квартире у Анны? Из всех, спрашиваю. Инкуб, Джин, Арахноид, Красный Дракон. Кто из вас присутствует в квартире Анны? Дракона энергии там есть. Дракона энергии. Отлично. Открываю портал в дом Анны. 1, 2, 3. И против часовой стрелки забираю все энергии. Все, что установил, все, что осталось на чистоте Красного Дракона, летит в отдельную клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Все, до последнего микрона. Готово. Хорошо, закрываю, печатаю, растворяю. Много энергии? Много красной энергии. Открываю портал в галактическое ядро, эта энергия уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, реверс закончился, Вера? Закончился. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Анна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Включая внутренний белый свет Анны. 1, 2, 3. И на счет 3. Отключаю платы, все, что находится на чистоте Красного Дракона. 1, 2, 3, все отключается, выходит и зависает перед Анной. Да, будет так, а так и есть.
Готово. Выстраивая канал Атаны к платам. 1, 2, 3. И реверсом отдаю весь негатив, который пришел от этих плат назад. 1, 2, 3. Все возвращаем. Негативное назад пошло в эти платы. Что идет, Вера? Не знаешь, несколько чакр по чакрам были. Они даже на плату не похожи. Больше такая, как энергии вышли из них. В такой форме плат. То есть это сердце. Вишудха, третий глаз. Устанавливаю фильтр золотой сеточки. И порядки реверса забираю. Тут ее сомнения какие-то. То есть он ее в сомнения вводил. Угу. На правильном ли она пути вообще. Хорошо. Вообще то, что она, как она двигается в жизни, строит планы, ставила все под сомнение. Хорошо, все понятно. Ждем окончания этого реверса от этой платы. Уверенность. Значит, дракон, ты забирал уверенность. А ты знаешь, как это ощущается, когда уверенность забирают? Он не знает, как правильно ответить, чтобы тебя не разозлить. Ты бесчинствуешь, просто бесчинствуешь. Вот ты бесчинствуешь. Готово, я уверенно свернулась. Отлично. Устанавливаем на 4 все эти платы в дракона. 1, 2, 3. На эти же места, которые он установил Анне. Включая на полную мощность и забирая всю уверенность у дракона назад в эти платы. 1, 2, 3. Пошел процесс. Он хрипит. Что такое, дракон? Ты простудился? Где твоя уверенность? Вот так оно ощущается. Останови. Останавливаю. Ну как тебе ощущение неуверенности? Это очень плохо. Это ты делал, дракон. Это ты делал по отношению к живой душе, созданной Творцом. Если это очень плохо, то кто ты тогда? Хорошо, реверс закончился, Вера? Да. Посмотри, пожалуйста. Отлично. Так, инкуб, выходи, снимай все свои ленточки, все, что ты оставил в ее биополе. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку тюрьмы и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц сканером. Если кто-то что-то забудет, он сгорит по каналам. Я предупреждаю сразу. У него на ногах. Да. Очаг лотки вверх, синие ленты. Как они воздействовали на нее, инкуб? Ноги утяжеляли, а сам он на животе у нее спит. То есть она ощущала тяжесть на животе, и у нее ноги были тяжелые. Я правильно понимаю? Или ты запутывал ноги? Он их как подтягивал, да. Вот эти ленты он их подтягивал, как судорожные какие-то движения показывает. Ага, понятно. Ноги как тянуло у нее, что ли. Наверняка от этого тянет ноги, 100%. Как ты зашел в биополе? Ночью зашел? Или из портала выскочил? Объясни мне, инкуб. 5 месяцев назад. Портал. В доме? В квартире. В квартире. Хорошо, Анна. Обращаем ваше внимание на то, что надо эти порталы будет закрывать. Иначе эти сущности будут к вам приходить в гости, как к себе домой. Хорошо, ждем, пока вам все снимет. Он снял. Так, джину выходить не надо. Джин, собирая всю свою пыль. Какого цвета пыль? Синяя или золотая? Ну, посмотри, Вера. Синяя пыль у него. Синяя, хорошо. Под ногами у нее. Устойчивость он ей давал. В каком плане устойчивость? Уверенность. Дракон забирал дракон, джин давал ей свою. Нормально. Уверенность, правильность своих дел. То есть, Джейн, ты эту уверенность, исходя из этих фактов, это лживая уверенность, то есть человек шел в тупик, ты его убеждал, что надо идти в тупик, давал эту уверенность для того, чтобы забирать вот эти монеты, которые стоят в соседней клетке. А дракон забирал у нее уверенность. Ну, что ты говоришь? Посмотри на нее, какая она красотка. Она себе еще заработает. А бедный Джин много усердствует. Хорошо, бедный джин, снимая с себя челму, отправляется в ту же клетку, где деньги находятся. Я вижу, ты не понимаешь серьезности ситуации, в которой ты попал, джин. Если я еще раз замечу попытки лжи в этой комнате диагностики, я тебе сделаю дырку. Я молчу, молчу. Вытаскивай всю свою пыль. Говорит, что ему неудобно это делать без челмы. Возвращаю челму джину. Как тебе удобно? Да, сейчас лучше. Давай. Но он вытянул энергию из-под ног, вытянул.
руки. Хорошо, я буду проверять сканером. Если что-то загорится, где-то смотрите. Это ваше решение. Арахноид, выходи. Вытаскивай все свои иголки из головы, плечей, спины. Где ты там все установил? Отсасывай всю свою жидкость, ничего не забывая. Волосы в волосах. Волосы что? Запутаны вообще. Они... Что это такое с волосами? Что ты, там, что ты творишь, арахноид? Зачем ты человеку одел на голову эту паутину? Там под волосами на шее сидел. Кошмар. Готово. Отлично. Хорошо. С красного дракона мы все вытащили. Я даю команду Анне. На счет 3, 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Включаю внутренний свет Анне. 1, 2, 3. На счет 3 она выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, остаточные энергии, находясь на частотах красного дракона, его присадок, арахноида, джина, инкуба. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает, шар формируется перед Анной. Готово. Большой? Большой. Открывается внизу портал в галактическое ядро под этим шаром. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер проводит контрольную проверку. Чисто. Хорошо, все вытащили. Итак, инкуб, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Если ты увидишь этого человека, обходи его стороной. Что мы его будем проверять, если я тебя второй раз найду. Я тебя укорочу, самый твой важный орган. Все понятно? Да, понятно. Открывается. Шипит. А что он шипит? Так ему понятно. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид. Ты понял, что к этому человеку подходить опасно для жизни твоей? Сучит лапками. Понял. Хорошо, открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, Джин, убеждай меня, что ты больше никогда в это биополе не войдешь. Если я тебе поверю, я тебе верну твой сосуд с монетами и отправлю тебя на твою частоту. Убеди меня. К ней приду, значит, к тебе приду. А с тобой встречаться не хочу больше. А, в этом плане, да. Если ты к ней придешь, ты придешь ко мне. Абсолютно верно. Если ты не хочешь со мной встречаться, лучше иди дальше. Все понятно? Понятно, понятно. Возвращая сосуд с монетами Джину. 1, 2, 3. Готов. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Ли, я тебя прошу выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствую тебя, Ли. Давно не слышались. Посмотри, пожалуйста, этого красного дракона. Не осталось ли за ним что-то такое, что он уже мог сделать в других телах? Мне непонятно немножечко его уровень нахождения в этом биополе. Мы забираем красавчика. Он все-таки сделал что-то, да? Красавчик этот. Длинный хвост за ним тянется. Хорошо, дракон. С тобой уже не скоро увидимся. Всех благ. Перевоспитывайся. Готово, забрали. Хорошо, клеточка пустая у нас, Вера? Да, пустая. Поехали дальше. Готово. Синхронизируются энергии вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Анна, как вы себя чувствуете? Привыкаю к энергиям. Хорошо, у нас еще остались 10 вопросов Анны к ее куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратора или учителя Анны. Женщина у нас здесь в комнате. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Анны. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Куратор. Кидо. 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 Да. Приветствую вас, уважаемая Кидо. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Анна. Мы сегодня проводили ее чистку, освободили ее от интерферентов, заправили ее энергиями. Она прочитала манифест, и она выразила желание
задать своему куратору 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я благодарю вас за эту работу. Во благо. Вы можете называть меня просто Ки. Ки. Если вам так будет удобнее. Ки. Отличное для имя. Анны. Да. Для Анны я хочу сказать сразу. Не забывай пользоваться и активировать Меркабу. Она сохранит твой свет. Безусловно. Команду, как выстраивать Меркабу, в этом сеансе мы ей дали. Она может самостоятельно себе ее дома активировать, как и заправлять себе энергиями. Хорошо, уважаемая Ки, позволите начать с первого вопроса? Да, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, какая я душа? Арктур, ты молодая душа. Арктурианка. Приветствуем представителя Арктура. Я приветствую вас. Молодые души, они очень любопытны, интересуются и очень быстры в развитии. Да, мы в курсе, последние души, они имеют чуть-чуть изменены, и они очень быстро учатся. Нам уже говорили об этом. Мы встречались с молодыми душами и с межгалактическими душами и арктурианцами. Есть такая вещь, я могу только подтвердить. Они способны поглощать много информации. Поэтому так было интересно Красному Дракону в ней 5 лет находиться и транслировать ей, вернее, перекрывать ей все возможности в медитации, выйти на более высокие уровни. Связь с Арктуром – это то, что было интересно Дракону. Благодарю вас, уважаемая Ки. Здесь вроде все понятно. Позволите переходить ко второму вопросу? Пожалуйста. Второй вопрос. Каков уровень моего высшего «Я»? Я спрашиваю это потому, что с самого раннего детства я ищу ответы на вопрос «Кто я?». И меня очень интересует устройство мироздания не из любопытства. У меня есть внутреннее стремление открыться и все понять. Итак, какой уровень моего высшего «Я»? 9-й уровень высшего «Я». Благодарю вас, уважаемая Ки. Я могу продолжать? Да. Третий вопрос. Могу ли я лечить людей? Поскольку у меня внутреннее знание, что в этом мое предназначение, в этом воплощении. Это просто знание. Любой арктурианец, помимо других свойств, умеет лечить себя и других. Как и пледианцы. Благодарю вас, уважаемая Ки. Как и многие другие. И другие цивилизации. Абсолютно верно. Здесь все понятно. Ответ положительный. 4-й вопрос. Какие инструменты являются наиболее подходящими для меня на данном этапе моего развития? Если моя цель научиться свободно выходить в общее информационное поле? Пока я использую медитацию и дыхание. Продолжать мне с этими инструментами или есть еще что-то, на что стоит обратить внимание? Это ее вопрос. Есть много инструментов. Здесь вопрос, не какие инструменты пользовать. Здесь вопрос защиты, как защищать свои энергии. Пока пользуюсь тем, что ты знаешь, ты не можешь защищать свои энергии. Я полагаю, она даже не подозревает, что у нее есть стержень Арктура внутри нее. Пока. Она знает это с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня. Но знания эти... Знания эти должны прогрессировать. Энергии Арктура должны быть защищены. Ты ищешь ключи выхода в астрал, но не думаешь о том, что астрал наполнен разными живыми, неживыми, энергетическими и другими сущностями и энергиями. Чтобы выходить в астрал, нужно понимать, что ты делаешь, защищать свои энергии и делать это безопасно. Поэтому продолжай делать то, что ты делаешь, и то, что тебе знакомо. Отлично. В этом был твой вопрос. В этом был ее вопрос. Ну, а если чуть поднимется в своих знаниях, добро пожаловать в нашу школу. Мы ей все объясним, как это все делать. Если, конечно, она достигнет определенного уровня. Я благодарю вас. Я хочу сказать, что пожалуйста. Здесь вопрос заключен в том, что основной этап защиты да. не взят во внимание. Это основа, это базис. Защита своих энергий здесь, без всяких дискуссий, здесь все понятно. Вопрос про ключи, когда самый главный шаг, самый главный аспект пропущен. Благодарю вас, Ки. Вы закончили? Да.
Хорошо, пятый вопрос. Пятый вопрос у меня перед тем, как я его задам, я только замечу, там сидело в ней две сущности. Один был красный дракон, один был джин. И один и другой забирал у нее уверенность, один толкал ее к какому-то бизнесу, второй забирал у нее все энергии из этого, из попыток этот бизнес организовать. Итак, пятый вопрос. Получится ли у меня построить успешный бизнес по намеченному мною на данном этапе плану? Я не отвечаю про вопросы, на вопросы о будущем. Будущее многовариантно. Мало того, здесь немножко ум и меркантильность. Mm-hmm. Моя задача – вести душу к осознанности. На духовном плане. Мы об этом говорили. Благодарю вас, уважаемая Ки, за это замечание и за этот ответ. Вы закончили здесь? Да. Шестой вопрос, ее интересует отдельная ситуация. В чем мой урок отношения с Марком? Что мне из этого следует, нужно вынести? Я не поняла. Объясни мне, пожалуйста. В этом и заключается развитие души. Это твоя работа – анализировать события. Причем события. Не только по отношению к тебе, но и с твоей стороны. Угу. Чему ты научилась, что ты нашла и что ты потеряла? Как ты реагировала? Была ли ты права? Много вопросов, которые ты должна задать себе в первую очередь. Найти ответы. То есть вы рекомендуете ей анализ, глубокий анализ этой ситуации самой провести и разобраться? Раз возник этот вопрос. Да. Именно это я рекомендую. Я благодарю вас, уважаемая Ки. Здесь все понятно. Позволите дальше продолжать? Позволю. Здесь вопрос касается вас. Пожалуйста, скажи, мой дорогой куратор, как мне вступать с тобой в контакт? Как связываться с тобой? Энергия Арктура. Арктурианцы связаны своей энергией на телепатическом уровне. Я думаю, это не новость для вас. Нет, для нас нет. То есть, если она освоит возможность использовать свой внутренний стержень для установления контактов с Арктуром, со своим куратором, у нее это получится. Как и у всех арктурианцев, которые взаимодействуют с собой на ментальном уровне. Ты знаешь мое имя. Энергия Арктура активизирована внутри тебя. Они уже активировались? Визуализируй столб энергии белого холодного цвета. Немножко отливает холодным голубым цветом. Чтоб ты представляла, это не голубой, это холодный белый цвет. Это энергия Арктура. По краям они могут быть светлые, теплые, немного желтоватые. У всех разные, зависят от характера души. Свои ты должна прочувствовать, активировались они при активации души. Благодарю вас за этот очень развернутый ответ. Здесь все понятно. Благодарю вас, Ки. Подожди. Пожалуйста. Вопрос был, как со мной связываться. Да. Ты знаешь мое имя, ты знаешь свои энергии. Призывай меня и соединяйся со мной. Энергия Арктура. Делай столб вверх и соединяйся со мной. Без визуализации не получится. Да, без визуализации. Не получится хорошей связи. Будут лишь догадки. Чем лучше визуализация, тем сильнее связь. В этом состоянии она может соединяться со мной, с Арктуром. Мы это называем... Защитом там не было вопросов. Верно. Мы это называем состояние безмыслия, когда мысли остановлены. Благодарю вас, уважаемая Ки. Позволите дальше продолжать? Пожалуйста. Хорошо, восьмой вопрос. Когда мой человек, с кем я создам семью, придет в мою жизнь? И что я могу сделать для этого? Что мне мешает? Ожидание мешает. Тебе нужно учиться понимать себя, свою душу. И продолжать развитие. В процессе развития будет меняться твои вибрации и мироощущения.
Твои новые вибрации притянут новых людей в твою жизнь. Я благодарю вас. Иными словами, начни себя изменять, и ты изменишь мир вокруг себя. Ты притянешь... Не надо ждать. Не надо, да. Нужно действовать. Девятый вопрос. Является ли моя интуиция способом соединения с информационным полем и получения информации из него? Это очень странный вопрос. Вопрос молодой души. Это интуиция, это и есть подсказки из информационного поля, от твоего куратора, от Арктура. Инсайты, так называемые. Совершенно верно. Мы их регулярно получаем от наших кураторов. Могу только подтвердить со своей стороны. Это отличная связь, отлично работает. Благодарю вас. Вы ничего не хотели добавить по девятому вопросу? Переходим к последнему. Прочитаю вопрос. Девятый вопрос. Является ли моя интуиция способом соединения с информационным полем и получения информации из него? Я думаю, я ответила на вопрос. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос, уважаемая Ки. Уважаемая Ки, мы закончили 10 вопросов, которые написала ваша подопечная Анна. Если вы хотите активировать ей этот стержень, или он уже активирован, арктурианский, то это был бы самый лучший момент. Если вы хотите от себя да, еще... Да, я возьму ее за руки, чтобы пропустить арктурианские энергии, чтобы она могла прочувствовать их вибрацию. Описывайте, пожалуйста, для ее тонкой копии, для ее физического тела, что вы делаете. Ей будет наверняка интересно. Все очень просто. Я беру за руки энергетические тела. И на этом уровне через меня проходят энергии Арктура. Я балансирую на определенных вибрациях, которые проходят через Анну волнами, через чакры. И уходят наверх. Я бы еще раз хотела напомнить про Меркабу для Анны. Эти вибрации сейчас балансируют внутри Анны энергиями Арктура. Благодарю вас. Мы еще рекомендуем Анне обратиться к нашему администратору. Администратор вышлет ей картинку для визуализации, как выглядит Меркаба, где она стоит. И как она внутри этой Меркабы стоит. И также мы вышли манифест, который мы тоже рекомендуем всегда читать для укрепления этих всех ее намерений и энергии. Уважаемая Ки, мы закончили. Если вы ничего не хотели добавить от себя, вашей подопечной. Я благодарю вас за эту встречу. Я сказала слишком много для первого свидания. Согласен. Согласен. Благодарю вас за это. И тем не менее, я хотел сделать плавный переход. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору и каждому учителю, откуда бы он ни пришел, мы всегда делаем один определенный подарок, который нравится всем. От первородных душ до ангельских арктурианцев, или это Марс, или Юпитер, или другая планета, которые были в этой комнате. И, Верочка, появляется большая корзинка в твоих руках с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения куратора Ки передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за ее помощь своей подопечной, знак доброй воли, знак благодарности. Мы очень рады, когда помогает, когда куратор приходит и помогает своим ученикам. Это подарок для меня. Да, это вам. Очень неожиданно. Это и называется сюрприз. Вот такая у нас мою традиция. Мою интуицию это не входило. Ха-ха, видите? А в нашу входило. Примите, пожалуйста, этот подарок. Это очень приятно по-арктуриански. Вы меня удивили. Отлично. Передавайте привет Арктуру. Передавайте, что мы всегда рады. Если вы достучитесь до своих подопечных на Земле, мы всегда их примем, всегда поможем им освободиться от интерферентов и открыть им эти двери, в которые им придется все равно идти самим. Я благодарю вас за этот день, за связь с Анной. Благодарим и мы вас, уважаемая Ки. Примите наилучшие пожелания и знак и нашу искреннюю благодарность от Анны, от меня и от Веры за эту сегодняшнюю встречу. Я не говорю также про... за чистку арктурианской души.
Ну, это наша работа. Тут мы даже и не говорим об этом. Мы с удовольствием это делаем. Я говорю до скорой встречи. Если Анна созреет до встречи с Высшим Я, мы обязательно вас пригласим, уважаемая Ки, и вместе поднимемся на этот уровень, если она достигнет, соответственно, какого-то уровня или желание у нее возникнет. До скорой встречи. До скорой встречи. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Арктурианка Анна, как вы себя чувствуете после встречи с вашим куратором, после чистки, после активации вашего стержня Арктура? Я не могу выразить свои эмоции. Во мне все балансирует внутри. Много разных энергий, которые я вижу. Арктурианский свет с голубой каемкой вокруг. Холодных энергий, как сказала мой куратор. Это великолепная встреча. От всей своей души я благодарю вас. Во благо. Анна, будем возвращать вас сейчас назад, ваш биоробот, и чтобы все эти энергии перешли на физический план. Заправляйте себя энергиями, как стоит в этом сеансе. Ставьте себе меркабу, активируйте ее и читайте манифест. И все у вас будет хорошо. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Готово. Отлично. И отключайся от объекта. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.